Водителей и пешеходов сегодня согревали горячим чаем и кавой. У связи с надыходящими морозами супрацовники Державтоинспекции и Червоного Крыжа провели совместную акцию. Частовали горячими напоями на уезде у Гомель с боку Чарниговской трассы. Так само в рамках акции удельникам дорожного руху рассказывали об правилах поводинов у морозы. Сотрудники Госавтоинспекции с волонтерами останавливают на загородных трассах автомобили, предлагают водителям согреться чаем, кофе, также пешеходов угощают чаем, дают рекомендации по оказанию первой помощи в морозы, а также по эксплуатации транспортных средств в зимних условиях.